Всем привет, это канал Мосалим. В работу взяли на полную шумоизоляцию Toyota Corolla. Начнем с дверей. Они разобраны вот в таком виде. Они выглядят. Так вот выглядит штатная шумоизоляция. То есть практически ничего нет. Два кусочка небольших присутствуют. И присутствует вот такой звук. Будем устранять, проклеивать, прокатывать несколько слоев вигры шумопоглощающего материала. Смотрим заднюю дверь. Такая же история здесь. Поверхность подготавливаем, обезжириваем, вычищаем и приступаем к нанесению первого слоя. Вибропоглощающего. Начнем. Проклеили первый слой, виброизоляция. Вот таким образом все сплошным слоем, насколько это возможно, проклеено и прикатано валиком. Смотрим также заднюю дверь. Все таким же образом нанесено и прикатано. Устранили барабанный звук. И можем приступать к нанесению второго слоя. Разобрали салон. Таким образом. Смотрите. Он выглядит разобранный. Все будем проклеивать сплошным слоем, насколько это возможно. Поверх штатной шумоизоляции. Ничего демонтировать не будем. Все проклеим, добавим, прокатаем. Насколько это возможно. Все обезжиривается, протирается, наносится первый слой и прокатывается. Разобрали крышу, абсолютно голая, голый металл. Также все будет проклеено сплошным слоем, прикатано. Разобранный багажник. Смотрим здесь. Крылья голые, на арках присутствует вот такая вот полосочка и немного на полу. Этого явно недостаточно, поэтому будем добавлять, все проклеивать сплошняком, насколько это возможно. Приступаем к работе. Проклеили первый слой. Вот таким образом все сплошняком нанесено и прокатано. И приступили к нанесению второго слоя шумопоглощающего слоя. Так вот это будет выглядеть по завершению. Доклеим и приступаем к сборке. Нанесли первый слой. Вибропоглощающий материал вот таким образом наносится. Все сплошняком проклеивается, насколько это возможно. И обязательно прикатывается валиком. Первым слоем работы завершены. Таким же образом прокатан багажник, арки, крылья и пол. И мы приступаем к нанесению второго слоя шумопоглощающим материалом. Приступаем. Нанесли второй слой. Так вот выглядит багажник Toyota, проклеенный полностью шумоизоляцией в два слоя вибро и шумопоглощающими материалами. На арках, в крыльях, на полу все сплошняком. И пол в салоне таким же образом. Все проклеено, разглажено, раскатано. И мы можем приступать к сборке. Работа завершена. Салон автомобиля собран,
таком же виде остался, как и до шумоизоляции. Никаких следов сбора-разбора. Все на своих местах. Антискрип обшивок в подарок. Всех четырех обязательно. И фотоотчет о проделанной работе. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока.